Ейный папа, говорят, генерал. А когда я к ней пришел, то не знал. Выпил я бутыль муската и пошел ругаться матом, но стоит в дверях отец генерал. Молодой, он говорит, человек, позабудьте мою дочь вы навек, чтобы с нынешней недели вы встречаться с ей не смели, уходите, молодой человек. У Иринки заблестели глаза, и по щечке побежала слеза. И она сказала, что же, если он идет, я тоже. Мы уйдем, никто не против, все за. Да, и она сказала, что же, если он уйдет, я тоже. Мы уйдем, никто не против, все за. Дверь захлопнулась, мы вышли гулять. И сказал я, что ж ты делаешь, Ира? Мне ведь папа был твой нужен, чтоб подняться вверх по службе. Кто ж теперь меня начнет продвигать? И когда мы с ней вернулись домой, мне сказали, человек молодой, вы дослужитесь до чина, позабудьте лишь Ирину. И с тех пор я снова стал холостой. Но Людкин папа, говорят генералы,